Так мы вчера доездились. Колесо лопнуло. Что-то там. То ли лебедка, то ли грязь. Ужас. Фару опять туда вчера разбил. Блин, доверять ничего нельзя. Андрюха вчера бочару нам въехал. Вот мы покатались сюда, готовимся к отъезду. Все машины сломали, все до единой. У меня, кажется, тоже опять мотор стуканул. У Сани электроника намочилась опять. Это Нива у нас вроде ездит, но вскипело уже. Наверное, это единственное, что еще движется по-человечески. Соседи наши. Это значит душ, кабины, туалеты такие. Это наш бульдог бегает. Да, Лети? Лети, это наш бульдог. Что там нюхаешь? Лети. Это доска почета, наверное. Кто тут был? По небу. Все свои туда рекламки оставляют. Это тут про чё? 24.09 это уже было. Так, вот мы и доехали домой. Что-то наша чушка грязнее, чем Nissan, а? У Nissan, короче, новое колесо у нас. Вот такое. Специально такое широкое. Ну не это, вот это я не видел. Ага, морду расхлестали. Кажется, мотор опять нас стуканул. Будем разбирать. Не помогла нам, короче, вода сверху. Колесо, кстати, оригинальное, лет 30, ни раз никто не ездил. Запаска была Андрюхина, патроловская.